В этом выпуске я вам покажу автотрапы, которые обслуживают самолеты и всю технику, которая обслуживает самолет. Вот это. И вот это. Это все были автотрапы, которые обслуживают самолеты. А теперь я вам покажу один вертолет. Вот он. Этот вертолет принадлежит авиакомпании ЮТЭЙР. А вот это вот машинка, которая багаж тащит. Вот контейнер, багажный контейнер. Также я вам сейчас покажу машины бортового питания. Вот это первый, вот это вторая, вот это третья. Теперь я вам покажу топливозаправщик. Вот он. А вот это автобус, который принадлежит авиакомпании Аэрофлот Российские авиалинии. Обслуживает он самолет Ил-96-400. А вот этот автобус принадлежит авиакомпании Лот Польские авиалинии. А вот этот вот автобус принадлежит авиакомпании Air Moldova. Но пока самолет этой авиакомпании поломан, он принадлежит авиакомпании Emirates. Вот это вот тягач, который буксировщик самолетов, который буксирует самолеты к ВПП. А вот это вот еще одна багажная тележка. Подписывайтесь и ставьте лайки.